Санкт-Петербург. Этот город трудно представить без таких имен, как Трезине, Растрелли, Росси. Родившиеся за границей, они именно здесь, в России, раскрыли свои таланты. Именно им город Святого Петра обязан своим неповторимым, изящным обликом. Здесь они жили, творили, здесь отошли в вечность. Где хоронили их с самого начала, мы не знаем, но, скорее всего, хоронили их на православном кладбище. А первым православным кладбищем было Самсоньевское, при церкви Святого Самсоньевского, на Самсоньевском проспекте нынешнем. Там было православное кладбище, основанное в 1710 году, и там, скорее всего, хоронили и католиков. Хотя точно место расположения их могил и кто был там похоронен, мы, конечно, не знаем. Сейчас